Ситуацию с кировскими театрами сегодня прокомментировали и за пределами Кировской области. Те, кто так или иначе работал с нашими учреждениями культуры и знает ситуацию в регионе не понаслышке. В частности, Олег Штраллер, директор немецкого культурно-диалогового центра Республики Коми, а также экс-худрук Кировского драмтеатра Константин Солдатов. У нас еще, скажем так, культура посещения театра еще не сформировалась. И проблема, со зрителями, она еще существует. И для того, чтобы мы театры не потеряли, с одной стороны, сами театры, конечно, должны и разнообразить свой репертуар, но как его разнообразить, если не иметь для этого финансовой поддержки? То, что не выделяют деньги, это, конечно, печально, потому что их и так не хватало на постановке, а сейчас их вообще не будет. Ну, остается только надеяться, что новый руководитель, который придет, он сможет с министерством договориться.